арбитру на татами Антонио Кастильо Риху, судья всероссийской категории Дальневосточный федеральный округ. Спортсменка в белой дзюдо Лихачева Виктория, 2003 года рождения, кандидат в мастера спорта. Представляет Челябинскую область, город Челябинск. Дзюдо начала заниматься в 2011 году у Солдаткина Владимира Анатольевича и продолжает тренироваться под его руководством. Наивысший спортивный результат – серебряная медаль первенства России среди спортсменов до 18 лет 2018 года. Спортсменка в синей дзюдо Лилия Полонга, 2003 года рождения, кандидат в мастера спорта, представляет Сибирский федеральный округ, Красноярский край, город Красноярск. Дзюдо занимается с 2011 года. Занятие начала под руководством Ашихниной Анастасии Андреевны. В настоящее время тренируется Учебунина Александра Сергеевича. Наивысший спортивный результат – победительница первенства Сибирского федерального округа 2019 года. Thank you.
Победу одержала Лихачева Виктория, Уральский федеральный округ, Челябинская область.